Ночь на вторник прошла спокойно. Единственным заметным происшествием стал пожар в одном из подъездов девятиэтажного дома в Батарейном переулке. В службу спасения обратились жильцы, заметив огонь в электрощитовой на третьем этаже. По кабелям пламя в считанные минуты поднялось до самых верхних этажей. Многие жители высотки, испугавшись дыма, сами выбежали на улицу, не дожидаясь приезда спасателей. В этих щитках там труба идет общая, знаете, труба такая? Да. По ней идут все кабеля. Загорелись эти кабеля. Дым был на девятом этаже. Вышло много дыма. Ну, решила, что надо эвакуироваться, чтобы по лестнице с девятого этажа не слазить. Приступить к тушению расчеты смогли не сразу. Пришлось дожидаться электриков, которые обесточили щитки. Масштабы ЧП спасатели оценили в 2 квадратных метра. На ликвидацию потребовалось менее получаса. Из-за чего замкнула проводка, пока не ясно. Некоторые из жильцов склонны винить в случившемся соседей. Делая ремонт, те вроде как не раз открывали щитовую. Как давно они соседи заходили в щиток? Я не знаю. Когда они делали ремонт, тогда лазили туда. То есть они сегодня днем какие-то работы там проводили? Я не знаю, они до этого проводили. Вот сейчас мальчики сказали, что там была скрутка. У пожилых погорельцев версия иная. По словам старожилов, дом заселили ровно 36 лет назад. С тех пор все коммунальные службы пришли в негодность, а капитальную замену делать никто не спешит. Пострадавших в результате пожара нет. Вот только свет в квартирах этого подъезда появится не скоро. Электропроводка выгорела основательно.